Сейчас мы продемонстрируем железную выдержку у собачки. Порода немецкая овчарка, возраст 1 год, кличка Джек. Железную выдержку мы отрабатываем с котиками, с нашими моделями. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Сидеть! Кидаем лакомство котикам. Джек выполняет команду сидеть. Хорошо, Джек, молодец! Джек на лакомство не ведется. Молодец, Джек. Сейчас мы продемонстрируем команду лежать. Порода немецкая овчарка, возраст 1 год, кличка Джек. Команду лежать мы также отрабатываем сильнейшими раздражителями с котами. В нашей школе это фишка. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку и расстояние, время со временем будем увеличивать. Хорошо, Джек. Лежать. Кидаем лакомство собачке. Джек выполняет команду лежать, не ведется на лакомство. Вот это и есть железная выдержка. В нашей школе это фишка. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтактах и в Инстаграме. Кинолог с лайк. Благодарим всех за внимание.